Долбаные ботаны, компьютеры! Задолбали, я бросаю вам вызов! Лови! Бой перчатками, а ну давай, иди сюда ко мне! Презентейшн им намутить, да? Сейчас намучу, что всем презентейшеном презентейшн будет. Какая же презентация без мемасиков? Пойдет, все, я готов. Да я вообще бог презентейшн. Опа, свет вырубили. Что происходит, чуваки? Че, кинцо намутили? Кинцо сейчас будет показывать? Нифига себе толпень, а? Как в кинотеатре. Че показывать будут? Ну кусни, шалух, ну по-братски. Опачки, вы что, мне пульт доверяете от телека? Очуметь! У меня есть пульт, чуваки! Я рулю этим сеансом! О, прожектор! Здорово! Это, надо второй пульт тоже напихать. Фу, блин, что я несу, напихать? Это, склонировать я хотел сказать. Вот, склонировали, отлично. Один пульт хорошо, а два лучше. Чтоб его, какое кинцо без закусанного шавуха. И выпиван нужен. Так, кофеечек пойдет. Кофе... Да чтоб не ты! Кофеечек. Сливаем. Криво полил. Огонь. И сливочки, сливочки. Вот так вот. Да чтоб эти сливки лучше б не добавлял. Ладно, теперь буду пить сливки с кофе. Пацаны, я готов. Все, включайте кино. Фах, я же за пульт отвечаю, да чтоб. Ща, как бы мне это... Чуваки, выручайте, подержи, ага. Только это не урони. И не выпей мне, смотри. А то я тебе кофе это потом в задний твой дисковод залью. Поехали. Не понял? Чё ты ваукаешь, еще кинцо не началось? Да включайся же ты, долбаный пульт! Чуваки, походу кино не будет. Хм, давайте пожрём. Поход батарейки сели. Ладно, у меня есть второй. Да прибудет с тобой шавухья сила. Ништяк, запустилась! Фак, шавуха потекла, дружище, подержи, пожалуйста, ага. А то мне надо тут поуправлять. Слышь, консерва, ты мой кофе там не выпила еще. А ну отдай сюда. Хорошо. Что бы еще сожрать-то? О, у меня же пончики на полу. Да чтоб тебя. Наконец-то. Я уже думал, что пончики в зубы долбятся. Ладно, парень, поехали дальше. Это сыр. Не ори мне тут. На киносеансе должно быть тихо. О, я про шелуху забыл. Спасибо, что сохранил для меня. Ну, ладно, поехали дальше. И на финалочку мимоз катос, ребята. Какие у тебя огромные серьги и бусы. А что тебе от меня вообще надо? Да она походу вообще сама хз знает, что ей надо. Слышь, барышня, что ты приперлась? Хочешь очки задарю? На, чечи. Знаешь, да, такое? Есть яйца в смятку, а есть рука в смятку. Вот так вот. Что-то как-то не мнется. Бурга какая-то. Слушай, усач, ты не в курсе, что у нас так быстро заканчиваются стаканчики для воды? Ты, кстати, попить не хочешь, а? Уж ты ж яга, дрявый дага. Бомжать ты тут все развел. Так, не двигайся. Да корыто ты, блин, усатая. Ща, усач, потерпи, найду чем пульнуть. Во, булка. Вот так. Усатые мои ручищи. Корявый, хотел сказать. Бинго! Ну, в честь этого, усач, я дам тебе попить. Держи. Фак, у тебя ж рук нет, я забыл. Ну как, утолил жажду? Или еще хочешь? Дабл освежайка на подходе, усач, лови! Вот так вот, до последней капельки. Ой, ты какая прелесть, это твоя семья, да? Они, наверное, тоже хотят пить. Сейчас мы их угостим холодненькой прохладной водичкой. Идите, пупчики, сюда, идите, я вас сейчас напою. Вот так вот, пейте, дядюшке Бэкст не жалко. Слушай, усач, а ничего, что я на фотке воду пролил? Сейчас будет хардкор, да! Машешь, мать! А ну-ка! Щутканул. О, а это нормально так распилило, ма! Спиннер, настало твое время! Воу, как его раскрутило. Ладно, приберу свою бомжатню. Разгребу весь мусорок. Хоп. Вау, я ж забыл, здесь сопло можно поворачивать. Ща, протестируем. Чувствую себя учителем трудов. Первое правило техники безопасности. Если что-то сломалось, не лезь внутрь. Что-то ни черта здесь и не сломалось.
А что это за чемодан? Дискет тебе в монитор, книга горит, тушим! О, бабло! Слышь, дурень, ты зачем бабки из книги горящей положил? Нет, только не бабло, за что? За что? Я не хочу бабло утилизировать. Ну ладно, придется. Я же не хочу сесть в тюрьму. Это же отмытое бабло, оно все помечено. Поэтому нужно его быстрее утилизировать. Все, я закончил. Пошел ты в жопу, я из-за тебя сейчас все бабло пустил на расход. Надо успокоиться. Так, кофе со скрепками. Самое замечательное успокоительное. Ваше здоровье. А скрепочки... Так, смахнуть надо. Ты только глянь, какая милая здесь игруха. Ненавижу робокомпьютеров. Бай-бай. Все, давай, правой. Воу, полис! У меня нет меченых купюр. Да-да-да, пока, он туда пошел. Туда-туда. Я вот руку свою сканировал, а голову не пробовал. Сейчас поробнем. Значит, мне ровненько нужно вот по центру положить свою голову. Ну все, я готов. Захожу на посадку. Ты это, смотри, сейчас скорую вызывай, понял? А, хотя на вас надежды нет никакой. Ну все, поехали. Главное не стереть себе память, как у людей в черном. Мои глаза! Мозга, пайвака. Кажись, я тупака. Я тупел. Смотри, мозга. Смотри, пустая башка. Лови мозга. Бизнес. Черный рынок. Торговля мозгами. Бабло, бабойщики. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мозга. Ба-ба-ба-ба. О, тупака. Превращаться в макака. Мозги. Надо стакана. Макном. Вареная извилина. Больше мозга. Больше! Ха-ха-ха! Злодей захватит мир! Ха-ха! Тупака мозга! Щиты! О! Это похоже на пипи! Пипи мозга! Ха-ха! Мозги! Сколько мозгов! Больше мозгов! Больше тупеть я! Ха-ха-ха! Мозга! Алло, скоро, я высосать свои с мозга. Левитейшн мозген. Ахтун, вернись. Нет, мозга летит. Фак, вернись. Ах, долбаные мозги, они сбегать от меня. Шайзи, черный бизнес наверняка. Спасибо, жестянки, вы меня так и растрогали. Вы просто лучшие. Вы меня решили проводить с моей должности. Ладно, что ж, задуем свечи. Вы чё, протухшие консервы, а мне кусочек? Оборзели, что ли? Да ну вас, стопку. О, подарок, спаси. Вот этот тортик, это кусочек я заберу, да? Да чтоб тебя, жеванный торт. Сейчас, погоди, я его подниму. Дотянуться бы... Есть, у меня есть тортик. Сейчас отряхну. Так, нужно дубликат сделать. Чё смотрите, жиды? Фак вам всем, понятно? Во, даже с горящей свечой. Нормальный тортищ такой, слушай-ка. Давай откроем подарочек, что у нас там. Надеюсь, там не бомба. И нас тут всех не разнесет к чертям. Тихо, всем стоять на месте. Что там? Тьфу ты. Хуман сеньор мид босс, вы сделали меня боссом! Бах! Чуваки, я, кажется, табличку новую профукал. Сделайте мне новую, пожалуйста. Че за рычаг? Go home? Ну ладно, чуваки, поскольку я босс... О, тортик. Я отправляюсь домой. Я ж объедки! А вы тут оставайтесь, работайте, развлекайтесь, да? Вот. И это, отдай мне колпак. Все-таки мое повышение. Ну все, расходимся. О, приветище! Здорово! Камера, прикинь! Спасибо, чуваки, за подгончик. Так, надо одеть очки, типа я блогер. Так, камера, иди сюда ко мне. Вот, это мой офис. Здесь я сижу. Сейчас я вам покажу, с какими ушлепками я работаю. Вот, пожалуйста. Это, фиг его знает, как их зовут, короче, рабы. Вот, чё стоишь, а ну иди работай. Эй, погоди, я тут, кстати, еще кнопочку одну не активировал, давай вместе с тобой ее сейчас активируем, вот эту вот. Так, жму. Вот так. Ей! Ей, тут Сэмусэ! Уху!
it's time to go home! Чуваки! Эй, я себе для блока вторую камеру распечатал, а в ней экранчика нет. Смотри, тупо фальшь окно. Капец. Ладно, задарю ее кому-нибудь на днюху. Бай-бай. Мавги, мавги, я тупел. Здорово. Ладно, все, пока. А как выкл? Как сделать выкл?